Soft skills, на самом деле, про него до сих пор спорят. Что это, как оно, что туда входит, что туда не входит. Есть некоторые общие места о том, что soft skills – это, по сути дела, гибкие навыки, которые не привязаны к конкретной профессиональной сфере и которые, тем не менее, будут нужны в любой профессиональной сфере. На русском языке, ну вот если не использовать англицизмов, то soft skills наиболее близки к тому, что мы называем универсальными компетенциями. Командообразование, лидерство, управление проектами, критическое мышление. Последнее время туда включают эмоциональный интеллект, сам менеджмент по организации времени и себя в этом времени. И, в принципе, еще раз, этот список, он не окончателен, он спорен. И помимо софтов еще иногда начинают выделять self-skills. Self-skills – это те навыки, которые, ну, простите, я философ, поэтому употреблю философское слово, которые направлены на экзистенциальные особенности вашего существования. То есть осознавать себя в этом мире. Вспомните, как вы получали ваше образование, насколько оно было осознанно, насколько осознанный выбор того, что вы делаете, например, сейчас, насколько вы осознаете себя в этой жизни. То есть self направлен прежде всего на работу того, что вы есть. И в этом смысле они действительно выделяются из soft-навыков. Но здесь, опять же, здесь спорно, здесь существуют разные точки зрения, поэтому, как всегда, однозначного ответа я не дам.